хорошо, что мы и выигрываем, и тяжелые игры, которые на выезде играем, ничью. Сейчас была игра в Лоре, там было трудно, вот у нас, нам удалось отыграть два мяча, вот, сыграть в ничью. Вот, психологически это дает чуть уверенности. Если были бы поражения, было бы хуже. Вот. С Алашкертом важную игру мы на последних минутах выиграли. Вот, это все добавляет эмоций и, соответственно, настроен на каждый матч. Все больше и больше уверенности появляется. И ну, мы видим, что мы должны и можем играть и выигрывать каждый матч. И, в принципе, тут все соперники примерно плюс-минус одинаковые. Я люблю, да, играть с фланга, подключаться к атакам. Вот, ну а там, как тренеру виднее, как он увидит, где скажет играть, там и будем играть. Вот так, конечно, да, с фланга больше люблю, больше можно подключаться к атаке, больше, как сказать, ну, больше импровизировать, что-то созидать, какие-то моменты атаки, там, поворотом пробить, подключиться можно. Ты это отрабатываешь на тренировках? Ну, да, конечно. С тренерской установкой, да, вот эти подключения? Ну, и с тренерской, да, тренер всегда говорит подключаться к каждой, ну, стараться к каждой атаке, вот там как силы позволяют. Настрой гораздо посерьезнее, ну, потому что, да, прошлую игру, как вы сказали, 3-0 проиграли, в этот раз будем играть только на победу, и никаких мыслей вообще нету о другом результате. То есть даже ничья нас не совсем будет устраивать. Функционально готов? Надеюсь, да. Можешь сказать это, да, вот готов. Готовы, конечно, готовы.